нарезаем. А я показываю лайк. А это половина лайка. Алиса, покажи нам свой рисунок. Вот какой красивый. Вырезает сама. Я тоже сама вырезаю. Сима. Вот мы нарисовали, вырезали. Каждый, что хотел нарисовать. Сейчас мы расскажем, что мы нарисовали, да? Надюш, ты что у нас нарисовал? Это искорка. Она живет в Понивилле. А кто она? Это аликорн. Угу. Единорожка, да? Аликорн — это он из крыльев и с рогом. Фантастическая какая-то. А тут... Фантазия твоя? А тут... Алиса, что ты нарисовала с вами? Это круг для хомячка такой. Круг для хомячка такой. Вот хомячки бегают по кругу, это вот у нас такой кружочек. Луночка, что ты нарисовала? Это черепашка. Это у нас космическая черепашка, необыкновенная. Она волшебная у тебя? Да, она умеет управлять звездами. Звездами, здорово. А вот в правой руке у тебя что? Что это за сердечки? Они волшебные. Волшебные? А они что делают? Они умеют управлять небом. Небом. То есть черепашка звездами, а сердечки небом. А вообще все вместе это, наверное, любовь-любовь, да? А у тебя покажи, что, Ладушка? Это кто? Лунная девочка. Лунная девочка? А что она умеет делать? Управлять мать. Управлять чем? Луной? Цветочками. Цветочками. А, это лунная девочка? Ты нарисовала цветочек, которым она управляет, да? Да. И вообще всеми цветочками на Луне она управляет, да? Да. А ты что нарисовал, Симочка? Акула. А у тебя что за акула? Она космическая, держит два апельсина. Ты очень сильно любит Луну, потому что с нее прилетела и может ей управлять даже из моря. Здорово. Да. Надюша, а у тебя что умеет твоя единорожка? Колдовать и летать. Колдовать, здорово. Что она, например, может заколдовать, наколдовать? Всё. Ну, например? Допустим, чтобы цветочки разговаривали. Да, тоже может? Она все. А у тебя, Алисочка, что может твой круг для хомячка? Он живой? Нет, он как... Он, наверное, может подстраиваться под любого, кто к нему подбежит. Может он так делать? Подбежала единорожка-искорка и может в этом кругу, наверное, побегать, да? Или акула. Или черепашка. Или солнышко, да? Приплыла. Или акула приплыла, и она может там тоже побегать. Поплавать. Поплавать. Там сразу образуется водичка, наверное, да? Давай, ну, Надюш, давайте. Начинай сказку нашу. Жила-была искорка в Понивилле. Она была аликорном. Ей подарили крылья. Ей подарили крылья, и она... Стала летать. Стала летать. Подлетела она к нашему волшебному, показывай свой круг, солнце. И что она начала делать? Бегать. Что она стала делать? Бегать там. Бегать там? А может быть она... Летать. Рассказывай, Надюш, летать рассказывай. Там, летать там. И она стала там бегать. Так. А потом цветы. Круг стал цветочный. А потом... И вдруг туда, там появляется, вот, цветочек, да, вот такой он стал. И туда, радуга. И над ним радуга, отлично. А туда приплывает акула, волшебная. А акула делает ночь. С апельсином приплывает, и она вдруг превращает все в ночь, да? Да. Она может, ну, если она захочет, чтобы была всегда ночь, просто так подумает. И все. То есть мыслью могла управлять, да? Она подумает, сразу стала ночь, да? Угу. Так, а потом туда прибежала черепашка. Солнышко. Солнышко. Что она сделала? Она начала управлять. Управлять чем? Ветром. Прыгнула и летает.
О, она выпрыгнула и стала сама летать, да? Здорово. Да, цветочка. Это девочка цветочная душа, да? Да. А как ее зовут? Там, там зовут, когда запрыгивает в море, когда очень долго не была у нее. О, когда ей не хватает водички, она начинает там танцевать, да? И здорово. Пони может делать так. Ой, пони может летать, а да? А еще тоже? Акула может... Плашмя летать. А акула может еще... Здорово. Дышать, ну, глазом. Глазом дышать? И интересно. На дно очень быстро приплывать. На дно? То есть она очень быстро на дно. Ветер. А жили все дружно. Да. И круг помогал им. Был волшебный, да? Акула еще очень хорошо видела под водой. Вот, какие у нас и волшебные на все. Черепашки, пони, единорожки, круги, цветочки, лунные девочки, да? И чем все закончилось? Они потом телепортировались. Они не приплывали, они телепортировались. Они стали телепортироваться. То есть они разбежались домой? А я нет. И потом стали телепортироваться, да? Ух ты, как интересно. Она дала вечер и улетела. И улетела одна? Может летать твой круг? Ой, как он летает. А еще акула может, не может телепортироваться, но еще может примагнитивать апельсины. Апельсины, интересно. Апельсины.